Energy. Energy. Радио Energy 104.2 FM. И сегодня мы очень рады встрече. Музыкант, исполнительница, композитор с некоторых пор. Лена Катина у нас в гостях. Привет! Встречайте! Встречайте, Лена Катина. Лена, привет! Привет! Проходи, садись. Привет, такая скромная рыженькая девочка. Садись на стул. Подожди, микрофон-то. Ты на радио, ты говори в микрофон уже. И наушники, если надо. Я говорю к попой буду сидеть, ко всем остальным. Ничего страшного. Ничего зрители страшного. В студии Radio Energy будут смотреть на тебя. Ну тогда доброе утро всем. На плазмах. Привет. Привет, Лена. Привет. Ну и первый вопрос сразу. Ты дашь в лицо тому, кто скажет, а, это та рыженькая из тату? Нет, конечно, я возьму и поцелую. Серьезно? Конечно. Не надоел тебе еще этот вопрос? Ну нет, это же моя жизнь. Бывшая. История. Но все-таки бывшая, конечно. Уже, да? То есть ты уже освободилась. Что это было для тебя, рабство или опыт? Нет, это никакого рабства не было. Это было... Это была жизнь, это было начало, и это был замечательный проект, в котором мы многому научились, и я ни в коем случае не хочу никаким образом открещиваться от него. Это то, что со мной было, и поэтому то, что происходит сейчас, это просто следующий шаг. Вы знаете, а я хочу сделать Лене комплимент, потому что с тех пор она совсем не изменилась, такая же действительно девочка, правильно Марина сказала, только грудь выросла. Нет, такая же была, с 14 лет. Перестаньте трогать их, а то тут мужчина есть в зале. Ты счастлива сейчас? Вот, в да, да, я очень счастлива. У меня есть возможность заниматься тем, что я люблю делать. И есть человек, который за это платит. Поэтому я все очень хорошо. Это самое главное, конечно. Ну а планка-то уже очень высокая. Как ты думаешь, в сольной карьере ты достигнешь того же, что и было с тату? У меня нет цели достигнуть, перепрыгнуть. То есть мне часто задают этот вопрос. И мне кажется, что просто... Что это просто глупо пытаться достичь чего-то, что уже было достигнуто. Нужно просто достигать своих целей, и все. Потому что если ты будешь думать, ах, вот тогда я была здесь, а сейчас я вот тут, и ты концентрируешься не на том, на чем надо. У нашего уходят силы на думы о том, что как же, а вдруг я не достигну. Нет! А все, вообще, все будет хорошо. Мы помним, что Spice Girl, они как-то вот расстались, а потом пересобрались. А у вас есть такой план? Ну, для начала я хочу достичь тех целей, которые я для себя поставила. А потом уже будут урановские бабушки 2. Лет через 50. В школьных юбочках. Зрители в студии, и у тебя у одного из зрителей есть к тебе вопрос. Да. Жень, задавай. Привет, Лен. Вопрос такой. Вся карьера, конечно, она волнообразная, и вот во время выступления в группе Тату ты была на пике. Соответственно, у тебя был подъем энергетический. Сейчас какой энергетический подъем, и как ты компенсируешь то, что было? Ну, во-первых, мне не приходится ничего компенсировать, потому что у меня очень много чего происходит в жизни, и событий очень много, и они в основном приятные. Ну какие? Расскажи, чем ты занимаешься? Какой у тебя проект? Ты что, поешь сейчас? Да. Сочиняешь? Да, я сочиняю. Стили разные, мы экспериментируем очень много, потому что у меня есть, например, вещи такие совсем рок-баллады, тяжелыми аранжировками. Спрошу за Саймона, а рэп-баллады есть? Я, кстати, в поисках рэпера, у меня есть одна песня, куда мне, ну, очень нужен рэпер. Давай, я тебе зафигачу рэпчину. Да, если надо. Хорошо, на английском, я буду иметь в виду. Давайте послушаем уже. Лена, какую песню ты нам сегодня принесла послушать, чтобы мы поняли, что такое Лена Катина и каким музыкантом самостоятельным она стала теперь? Ну, я думаю, что можно послушать нашу последнюю песню, которую я выпустила, совместная работа с очень талантливым немецким композитором. Так. Называется она Melody. Это фичеринг, мой фичеринг. Но в основном я пою практически всю песню, и она мне очень нравится, хотя я там участвовала совсем мало. Ну что, слушаем? Давай, слушаем. У тебя в плейлисте она, я надеюсь? Да, вот Melody с великим немецким композитором Иоганн Себастьян Бах. Ну, почти. Джулс его зовут. Follow
Утреннее шоу Black Twilight на радио Energy. Лена Катина сегодня у нас в гостях. Исполнительница. Ну, так я и знала, что вы сейчас обрежете мою песню. Да, а потому что ты перестала там петь, а уже... Ну, так я потом сейчас опять начну. Подожди, ну сейчас мы замолчим. Да, я сразу замолчу. Где? Нету. Есть. А слабо вживую-то, слабо? Нет. Но? Не сейчас. А, хорошо, ну тогда с тебя, должок. Лена Катина, исполнительница и, может быть, композитор этой, да? Это в основном песня была написана Джулсом и Свен, там мой киборд. Обидно, когда песни обрезают, да, Лена Катина? Ужасно. Кстати, вот это вот единственная вещь, которая меня всегда безумно раздражает на радиостанциях. Когда я слышу свою любимую песню, и вдруг ее режут, вырезают какой-нибудь проигрыш, когда я люблю, или что-то. Я понимаю, что надо уложиться во время. И диджею тоже хочется проявиться на фоне ваших творений. Да, мне так обидно. Ну как же так? Ну вот я же ждала вот этого. А вот ты помнишь? На ум приходится такие выражения. Kill the DJ. А ты помнишь, как ты на меня кофе пролила на одной из пресс-конференций? Я? Вот я тебя за это отрезала в эфире. Понятно? Вот так иногда рассуждают диджеи. Артист его подрежет, а он потом его в эфире отомстит. Я что, кофе пролила? Кофе не пью. Energy. Что ты последнее сфотографировала на свой мобильный телефон? Что это было? А, это был ребенок моей подруги трехнедельной давности. Ребенок трехнедельный, я сейчас сказала. Хорошо, ему срок годности. Три недели от роду хотел сказать, трехнедельной давности. Ну, а у тебя, у самой это бывают какие-то? Это был порыв какой-то материнский? Бывает материнское какое-то чутье, что вот уже пора, возможно? Ну, во-первых, у меня этот материнский порыв уже лет с 14 длится. Мне сейчас 27, и все что-то никак. Ну, а почему никак? Я видал всего 8. 17, кстати, деле. Да, реально. Вообще. Ну, спасибо, спасибо. Но почему никак? Это твоя позиция, потому что ты делаешь себя и карьеру, а потом уже семья, или просто пока еще не встретила принца человека? Нет, сначала я была в поисках человека, поскольку у меня родители в разводе, и при всем при том, что мой отчим заменил мне отца, действительно, у меня нет вот этого вот комплекса отсутствия мужчины в семье, но я бы хотела для себя, чтобы моя семья была полноценной. Поэтому я очень много времени и внимания уделяла выбору мужчины. Так. Сейчас с мужчиной вроде как определилась, теперь нужно поставить на колеса то, что сейчас со мной происходит, поскольку все-таки приходится начинать с нуля. Так. И надо поставить вот этот проект на колеса, потому что это тоже моя жизнь. И потом уже, наверное, будем с детками решать вопрос. Но понятно, у меня три подруги, уже. И все три уже с детьми. Понятно, что это все отмазки. Две родили только что, поэтому я... Я правильно понял, что надо поставить мужика на ногах? Нет, проект! Мужика на колеса. Black to white. Утро с черным перцем. Black to white. Это шоу. Black to white. Утро с черным перцем. Black to white. Wake up call на радио Energy в прямом эфире. Но сегодня у нас специальный wake up call, fresh mix от мистера Саймона и Лены Катиной, которая у нас в студии прямо сейчас. И у нас дуэт, звездный дуэт в прямом эфире. Вот. Зрители, приветствую. Лена превратилась в диджей. Впервые на радио Energy Лена сейчас запустит трек. Подожди, никогда не была, что ли, она диджеем? Нет. Микрофон, говорит, и на радио. Я первый раз в жизни вообще вот эту штуку вижу так близко и еще и трогаю. Хорошо. Пальцами. Лена, ты она про какую штуку? Саймон, отойди подальше. Тогда непрофессиональный микс для всех слушателей радио Energy и для Energy Тула, который сегодня у нас в студии. О, ребята из Тулы, привет! Ну что, let's go back and forth, okay. And there you go. Yeah. У тебя получилось! Саймон, хорош целоваться, работай! Jagger, I've got the moves like Jagger. One, two, three, come on.
This is the remix Radio NRG, Jesse J. Come in, Mr. DJ. Yeah, yeah. Your energy. Your energy. Please be love me all night long. Remix. I've been everywhere. Yeah, man, yeah. Looking for you, babe. Looking for you, babe. Yeah, yeah. Searching for you, babe. А мы сегодня разбудили всех слушателей с помощью не только мистера Саймона, но и Лены Катиной. Подожди, Лен, я тебе микрофон не включила, подожди. А вот теперь можешь сказать. Говорю, меня тоже разбудили с утра пораньше. Ну, разбудили работой. Да. Итак, Лена Катина в прямом эфире. Живаго, лайв на Радио Энерджи. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. I'm gonna sit in the dark of the bay, watching the sun roll away. I'm gonna sit on the dock of the bay, wasting time. Итак, друзья, у нас сегодня была замечательная компания. Присоединяйтесь, да хоть завтра. В открытой студии работает ежедневно. Спасибо Energy Tula. Спасибо за то, что вы спасибо всем. Спасибо, ребята из Москвы, кто был сегодня в открытой студии. Спасибо Леночке Катиной. Вам спасибо. Очень приятно было вновь тебя видеть. Лена написала для Радио Energy со взятым обещанием ставить в эфир. Хорошо, что не я сижу за пультом, а Морозова. Да, спасибо за подаренную музыку. Спасибо большое. Да, на здоровье. Слушайте, наслаждайтесь. Energy. Радио Energy 104.2 FM.